Сегодня в стране очень высокий рейтинг КПРФ. Мы делали замеры, у нас 25% рейтинг КПРФ по Тульской области, в Туле несколько ниже, по районам выше. Это серьезный показатель доверия населения, доверия людей коммунистической партии. Несмотря на все ухищрения власти, на все ухищрения различных партий обманок и партий дублеров, люди видят и четко видят КПРФ второй партии в регионе. Ну вот. И сегодня мы активнейшим образом на каждом бюро, на каждом пленуме все вопросы подготовки к выборам рассматриваем. Вы знаете, что у нас есть 4 месяца для того, чтобы еще раз перепроверить, посмотреть наши участки. Потому что мы уже и неоднократно средства массовой информации говорили, она сегодня присутствует вот, в телерадиокомпании. И для нас очень важно перекрыть сегодня все участки, все участки. Президент дал четкую установку на то, что выборы должны пройти не просто легитимно, не просто чисто и правильно, а так, чтобы люди поверили в эти результаты, то есть чтобы все видели, что нет препятствий наблюдателям. Ну и, собственно, и закон такой принят, что наблюдателей теперь выгонять с участков нельзя, только решением суда. Да, есть ограничения по СМИ, ограничения по прессе. Мы против этих ограничений, но они состоялись, мы против голосовали в Государственной Думе. Вот. Но что касается наблюдателей, то права наблюдателей укреплены.